Ну и о важных изменениях, которые с 1 июля начнут действовать в нашей стране. Несколько законов, которые вступят в силу, заставят граждан раскошелиться. В первую очередь это касается роста тарифов на услуги ЖКХ. В регионах все будет происходить по-разному. В среднем по стране рост составит 4%. В июле вступит в силу также закон об обязательной электронной маркировке лекарств, обуви и табака. Для простых граждан это означает повышение цен в связи с дополнительными расходами производителей. С 1 июля в России также запретят продавать гаджеты без российского программного обеспечения. Это нововведение также повлечет за собой дополнительные расходы, следовательно, цена на гаджеты подскочит.